А, ну давай на Щелбан поспорим. Я тогда за противоположный. Кто там, румын? На Щелбан. А, итальянец там еще. У тебя есть шансы. Готовь лоток. Испугал. Ну это везение, он фор дает. Он расслабился и все. Слева направо, да. Не атака, а опережение. Подготовка. Может и так. Повезло, повезло. Нет, там повезло защиту. Ты че? Во-первых, не защита. Слушай, ты. Ты. Вот. Ты. Всего-то на все 5-0. Ну, 6-0. Все прям великая беда. Во, все, начал отхватывать. Красавчик, вот так надо убивать колейки. Да фонарь даже раньше загорелся. И то. И все. Ой, а этот так не делал, как будто. Нет. Кстати, делаю квадратик. Молодец. Четыре будет 8. Ты сюда рассчитать мне? Что ты туда смотришь, слышишь? Ну это не защита, это повезло. Вот так. Я направо. Подписку, подписку. Видишь, остановка. Я обиделся. Что головой, видимо, накрылся. Как я, да? Нет, ты еще бутылку снял. А еще не выводит повтор. Бой закончится, выведу. Несу. Да на ютубе дома посмотришь. Слышишь? А? Ладно, надо смотреть на лицо своего корейца. Ты как это из Парижа с любовью, я тебе рассказывал, что похоже? Жан Траволта высунул. Там, короче, знаешь, они ходят, убивают китайцев, кого-то там. Сколько один, ну, от Жан Траволта спрашивает, сколько их там еще осталось? По переписи, по переписи. Миллиард. Че? Все, доволен? Иди обними экран. Слушай, он интересно широкий.
какой вот у него метр? Он же квадратный, правильно? В смысле, длиннее он будет в сторону? Да, ну, как бы не вверх, а вниз. Это как бы называется, это широта. Ну, я тоже забываю слово, конечно. Ладно. Давай, Самэль. Тебе просто сказать ох. Давай. Олег, королю включай, за сколько ты играл? За 4? За 4. Ну или за 8. Оп-оп-оп, да-да-да-да-да-да. Оп-оп-оп. Так. Понял, да? Мне сегодня даже спорили. Да, я не спорил. А хотел. Научился от него, да? Это все его доброе время. Налево, конечно. Да, сдавалось бы, всего три повтора на все соревнования. Вообще есть прям, когда затяжка. Молодец. Ты это кому говоришь? Для себя утешаешь? Я это знаю. Куда он делал? У меня в камере люди потерялись. Куда они? Ну, он вернулся. Ну, вставайте уже. Ага, вон, с большим фокусом человека, объективом. Давайте.
Микроба это громко, он оглохнет. Ты первая. Ну да. Это да. Ну чё, ноги, всё. Понятно, перец, он же выносит. Сука. Я думаю. Пару выход. Я думаю. Какой бенджи? Да, итальянец. Итак, со счета 15-1.